В Ардабасинском районе расширено производство колбасных деликатесов из мяса индейки. На производство этой продукции ТО «Ордабасы-Кус» в 2016 году выиграла грант у Фонда науки. Казахстанские деликатесы производят путем глубокой переработки только из мяса индейки. Мощность производства 5000 тонн продукции в год. Новое оборудование позволит увеличить объем продукции в 2,5 раза. Выпущено в производство более 30 наименований продукции. Очень интересные продукты – это сырокопченая грудка аксу, сырокопченые колбаски бадам. Но мы на этом не собираемся останавливаться, это сейчас только из индейки. То есть в ближайшее время мы будем вводить другие колбасы, это другое мясо, это конина, говядина, все это будет халал. Оборудование оснащено климатической камерой, термокамерой и сушилкой. За процессом производства технологи могут следить онлайн. Это дает возможность улучшить качество. Делаю сосиски, называется саяхат. Внутри чистое мясо индейки, без примесей. А оболочку производят из внутренностей барана. Сейчас сюда повесим, затем на раму, потом в печь. В колбасном цехе работают 45 человек. На производство деликатесов потрачено 950 миллионов тенге. По утверждению работников цеха, казахстанские деликатесы ничем не уступают зарубежным аналогам. В ближайшее время продукцию отправят на экспорт в Арабские Эмираты и Францию. Шанару Оразова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».